Знаете ли вы, что при покупке техники Apple вы можете сэкономить больше 20 тысяч рублей? Все, что для этого нужно, покупать продукцию Apple в США через бандерольку. Вы экономите, а бандеролька доставляет. Ссылка сверху в описании. Всем привет, с вами Полтим. В этом видео мы посмотрим на наушники HeartBeats by Lady Gaga. Итак, ребят, для начала давайте распакуем эту коробку. На ней нарисованы наушники, дизайн весьма крутой, и вы спросите, при чем здесь вообще Lady Gaga? Ну, на самом деле, все просто. Они совместно с Beats by Dr. Dre разрабатывали дизайн. Около 4 месяцев шла разработка данного дизайна, ну и вышло весьма недурно. Что касается другой стороны коробки, то на наушниках есть пульт управления, и здесь краткое описание того, как взаимодействовать с этим пультом. Инструкция в русской версии почему-то прилеплена сбоку, а не в коробке, ну и выглядит как колхозно. Давайте откроем эти наушники. Кстати, кто не в курсе, Apple приобрела Beats, и поэтому вот все прям в стиле Apple. Именно поэтому взор упал и на эти наушники. Внутри у нас вот такая красная коробочка с вытесненным Beats, и мы потянем за этот хлястик и откроем эту коробку. Внутри мы сразу видим несколько отделений, вот скоты, но неужели нельзя эти как-то выемки сделать больше, чтобы наушники там именно лежали? Разумеется, есть и инструкции, это все дело подробно на нескольких языках, распаковывать не будем, но я знаю, что где-то здесь есть наклеечка Beats. Где же она? Потому что без нее это будет, ну, все зря. Так, вот, вот. Да, все, есть. На холодильнике есть место для этой наклейки, оно туда и пойдет. Давайте отложим инструкции, там в целом все понятно, останавливаться на них не будем, все-таки это обычные наушники. Давайте лучше посмотрим внутрь самой коробки. Там, я думаю, нас ждет кое-что интересное. Первое, это сами наушники, мы их можем достать, и давайте их пока что уберем в сторону. В коробке у нас лежат пара конвертов. Давайте возьмем вот этот, который длинный, и откроем его. Это, ребят, просто отдельный лайк. Я такого еще не видел. Тут, короче, лежат вкладыши для ушей. Они все разные, то есть их очень много, по-моему, 5 или 6 пар, я точно не помню. Но, соответственно, вы найдете именно ту версию, которая подойдет под ваше ухо. Очень нравится, как это все дело запаковано. Отличная, кстати, вам идея для подарка на Новый год. Вот данные наушники. Это не реклама, это куплено мной на подарок, и я решил снять вам видео. Все-таки Beats — это части Apple. Идем дальше в коробку, вот это действительно классная тема, и здесь в коробке мы также найдем кожаный чехол. Чехол на магнитах, чтобы вы могли переносить ваши наушники, не царапать, переносить вкладыши, то есть все, так сказать, красиво и выглядит весьма круто. Внутри чехла такая непонятная какая-то фибра, чтобы опять же это все дело не царапалось, ну и действительно сделано качественно. Далее переходим к самим наушникам, и первое — это внешний вид. Они действительно бросаются в глаза и запоминаются. Дизайн получился у Lady Gaga совместно с Beats действительно классным. Провод у наушников длинный, тонкий и плоский. Очень к месту, что он плоский, потому что таким образом наушники не будут запутываться. Вы их сможете положить в карман или в сумку, и когда вы их достанете, не будет никаких узлов. Вы их сразу же можете взять, вставить в ваш телефон и начать слушать музыку. Это удобно. Также имеется пульт управления, на котором вы можете переключать песни, отвечать на звонки. В общем, классный вариант для мобильного телефона. Цифрами и характеристиками вас давить не буду, просто скажу, что здесь отличный бас, и по качеству эти наушники намного лучше, чем стандартные айфоновские. Они подойдут к любому устройству с разъемом 3,5 мм мини-джек. Это вставные наушники или просто в народе затычки, тип наушников закрытый, имеется шумоизоляция, разумеется, ну и стоимость около $80, в зависимости от того, где вы проживаете. На этом, ребят, можем закончить, действительно классный гаджет, отличная идея для подарка на Новый год, на этом точно все, ребят. С вами был Полтим, если вам понравилось видео, вы хотите еще больше обзоров, ставьте ваши пальцы вверх, также подписывайтесь на канал, не забывайте о яблочках, пока.